Слушайте, да здесь разные магазины. Я, короче, относительно там вальяжности и гламурности я забираю свои слова назад, потому что, ну вот, есть магазин Зерчита, фирма. Ведь рюкзаки и далее вот спортивная одежда. Здесь нормальные вещи есть, но цены, наверное, 79 евро вот эти шорты стоят. Здесь цена приблизительно, наверное, такая же, 79 евро стоят вот эти шорты, ну, нормальные. Так, вот это вот красивая, хорошая ветровка, смотрите, какая неплохая, да? Необычная, но фирма Зерчита называется, войско 349. Что-то она рядом с женскими висит почему-то. Мужская рядом с женскими, видите? Тут рядом есть спортивный магаз. Здесь есть стадион, называется. Ну, товаров вообще-то мало. Ладно, поеду я, короче, отсюда. Как, блядь?